Они молоды, они поют и танцуют. Сегодня в свой день, как и всегда. Ни одного артиста вырастила солнечногорская земля, а также ни одного спортсмена. Традиционный легкоатлетический пробег до Тимонова тому подтверждение. Это и легкоатлеты, и лыжники, и триатлонисты, и многоборцы. В общем, пробег для всех желающих. В пробеге приняло участие 30 спортсменов. Больше половины из них – юные солнечногорцы. Они преодолели дистанцию в 11,5 километров. Первое место занял Евгений Мамаев, неоднократный победитель подобных соревнований. Спорт – это моя душа, я как-то по-другому не могу. И, собственно, мама спортом тоже занималась, я как с детства все это видел и просто по-другому уже и не мог. Не отставая от легкоатлетов, многие их ровесники даже в праздник выбирают совсем не праздное времяпрепровождение, а предпочитают этому умственные тренировки. В День молодежи 17 ребят демонстрировали свои способности в блиц-турнире по шахматам. Некоторые из них уже почти дошли до кандидатов в мастера спорта. Самое сложное, наверное, работать, наверное, в шахматах. Ну, то есть учить теорию. Ну и, соответственно, на турнир выступать, конечно, на серьезно. Молодые солнечногорцы – люди творческие. В районном центре народного творчества и досуга Лепси ребята занимаются в различных кружках прикладного искусства. Росписи по дереву, флористики, бисера и лозоплетения. Все их работы в праздник молодежи собраны на выставке достижений. Мы рисуем на дереве. Что рисуете? Разные росписи. Ну, что там, какие картинки? Цветы. Только цветы? Нет. А еще? Птиц. Это просто необходимо. И у нас, что интересно, молодежь занимается. У нас круглый год действуют выставки всех кружков. Сегодня мы по праву уже гордимся нашими молодыми солнечногорцами, которые завоевали большие успехи и в учебе, и в культуре, и в спорте.